26 июня 2023 год. Слушайте, уже в наряд бегу. Думаю, сейчас очень коротко скажу. Вспоминаю про эту всю ситуацию с Пригожиным, с этим вот, ну, мемы вот эти все, которые же возникли. Пригожин на Москву Лысого в холостую погоняли. Да? Описание лучшая ситуация. Погоняли Лысого в холостую. Или вот это урки против орков. Тоже очень краткое и емкое описание ситуации с походом Пригожина на Москву. И думаю, сейчас развеселился по поводу того, что вспомнил, как кадыровцы ехали-ехали на спасение Москвы, да застряли в пробке. Думаю, что-то мне это напоминает. Я только сейчас уже одуплился, вот уже иду в наряд на дежурство. Думаю, что мне это напоминает? Это мой афоризм мне напоминает. 2010 года. Мой афоризм, который я написал в июле, 26 июля 2010 года. Звучит афоризм так. Наш герой не лезет в бутылку. Герой нашего времени не лезет в бутылки. Герой нашего времени не лезет в бутылку. Он по большей части торчит в пробке. Представляете? Как в воду глядел за 13 лет вперед. Герои нашего времени, кадыровцы, эти тиктокеры, не лезут в бутылку. Они по большей части торчат в пробке. Там я вариант потом переделал, в интернет выкладывал еще вариант такой, что лезть в бутылку особенно тянет, когда торчишь в пробке. Ну, блин, просто, я не знаю, просто один к одному, по-моему, совпадение. Ребята рулили на стрелку, но застряли в пробке. Беда. Герои нашего времени спешили на стрелку, но застряли в пробке. Герои нашего времени летели на стрелку, полезть в бутылку, но застряли в пробке. Блин, это тут вариация для игры слов вообще, я не знаю, бесконечная. Ладно, мне надо действительно на дежурство уже. 26 июня 2023 год. Жизнь закипела, жалко спать.